Приморье стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Первый вице-губернатор подчеркнула, что Приморье с 2016 года является активным участником Всероссийского чемпионатного движения, и интерес к нему постоянно растет у учащихся, наставников, партнеров и работодателей. Приморский край динамично развивается. Статистика «Вещи прямая», она как раз говорит об этом. И у нас развиваются не только такие отрасли, как логистика, что само по себе понятно. У нас развивается строительная отрасль, туристическая отрасль, сельское хозяйство. Создаются новые производства, строится завод минеральных удобрений. Действительно, вся экономика нашего региона, она многогранна, она разноплановая. И всем вам найдутся рабочие места в том или ином населенном пункте. Сегодня вы будете соревноваться. И я знаю, что более 700 участников, более 1500 экспертов. Это не просто эксперты, это в большинстве своем ваши будущие работодатели. В этом году региональный этап проходит по 94 компетенциям, 14 из которых новые. Они соответствуют реальным запросам экономики Приморья. Мы с вами молодежная столица. Мы действительно в рамках этой молодежной столицы должны и взрастить молодежь, и дать этой молодежи такие возможности, чтобы они заняли высокопроизводительные, хорошо оплачиваемые рабочие места, чтобы молодежь отсюда не уезжала, а приезжала из других регионов к нам. Поэтому разрешите мне пожелать вам всем удачи, разрешите пожелать побед, чтобы мы вышли уже на всероссийские этапы чемпионатов и заняли там достойное место. Напомним, ранее президент России Владимир Путин отмечал рост востребованности и престижа рабочих специальностей. По словам главы государства, такой результат наблюдается благодаря совершенствованию подготовки квалифицированных кадров и модернизации учебных заведений. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.